кожна людина має риси обличчя, притаманні лише їй. Як розпізнати справжні почуття, дізнатись, чи людина не обманює вас? Саме про це будемо дізнаватися від Володимира Писаренка, психолога-практика. Доброго дня, пане Володимире, і хочеться знати, що ж очікує вас. Хочеться знати, хто перед вами, що це за людина, чи щирі і справжні у неї почуття, чи говорить вона справді те, що думає. І от над цим питанням люди дуже довго замислювалися і часто помилялися, і помиляються і по сьогодні, бо не вміють читати людину, ще не познайомившись з нею. От саме про це ми будемо сьогодні говорити. Понятно. Діло в тому, що дуже важливо для чоловіка відділити, хто перед ним, не злодій или добрий чоловік, а хто перед ним, простой чоловік, пересічний громадянин или професіонал. Тобто люди, які підв'язуються в мошенничестві, люди, які працюють актерами, артистами і прочь, це люди, які пройшли определену підготовку, які вміють владіти собою і які знають, яку ціль вони хочуть достичь. Ось це головне. А що, виходить, якщо він актор, то він так вміє перевтілитися в добру, доброзичливу людину, що ви ніколи не зрозумієте, що він злодій? Діло в тому, що настоящий актер або хороший артист – це професіонал. Він вживається в роль. Він вживається настільки естественно, що ви вірите йому кожному слову, кожному жесту, кожному движению. От на цьому основано впливання магії кіно. Помните, может быть, Владимир Ильич, который был Ленин, говорил, что важнейшим искусством для нас является кино. Почему? Потому что это массовое воздействие на сознание людей. Массовое, понимаете? Угу. И когда актер прекрасно владеет своей профессией, он способен творить чудеса. Он вас может убедить Треба в том... боятися акторів, я зрозуміла. Да, да, в хорошем смысле. Точнее, в том смысле, что если человек на своем месте, если он знает это дело хорошо и плюс обладает актерскими качествами, ну, это сильное оружие. Якщо добре, якщо він актор настільки, от злодії дуже часто, злодії, кишенькові злодії, вони ж актори, які прийдуть, отак от вас можуть, ну, а скільки таких випадків, коли жінок, особливо молодих жінок, отак от могли закрутити і... Справді, жінка не могла нічого зробити. Вона розуміла, Правильно. Що щось відбувається. Да. Вона бачила, що вона віддає останні гроші, що вона може, ну, якось, не знаю, там, перед цією людиною зробити все, що завгодно, а насправді це просто був злодій, який хотів нею скористатися. І вона не зрозуміла, що ж було насправді. Да. Чи є от той, знаєте, крючок, який... Можна зачепити і побачити у тому акторові, побачити дійсно, що ж там не так з ним. Можливо, щось він справді говорить не так, чи показує якісь жести, чи щось ще. Давайте немножко з другої сторони зайдемо, тому що акторство – це одно, а друге – ми повинні розуміти, в якій обстановці ми знаходимося. Почему человек именно сейчас, именно здесь, именно это мне предлагает? Ну, понимаете, это все подготовка, это все опыт, это все практика. Обычный человек, он об этом не задумывается. Он думает, что я вот, вот такой замечательный, я вот такой добрый, я вот такой ласковый ко всем. И по определению социального поведения, он считает, что все вокруг такие же добрые. Ну вот просто попадаются иногда негодяи. Ну, подлецы попадаются. Ну, мне они не попадутся, потому что, ну, я же вот такой хороший, такой замечательный. Ну, почему ко мне? Вот они их и ловят. Ловят, потому что они рассчитывают на то, что вокруг добрые, а он под личиной доброты, внимания, заботы, улыбки, он вам говорит то, что нужно для него. Мы не будем входить в такие тонкости, как профессиональная работа мошенников, но я вас хочу сразу предупредить. Если их двое и, не дай бог, трое, это очень опасно. То есть если вас начинают заговаривать с двух сторон, вы попадете 100%, потому что есть предел насыщения психики человека. Человек не может отвечать на разные раздражители постоянно вниманием. Это называется перегруз. Его перегружают. И он потом плывет, вы знаете, поплыл, вот взгляд поплыл, поплыл, все, он уже в состоянии измененном, и с ним можно делать все, что хочешь. Как защититься?
Ну, первое, не попадать в такие ситуации. Ну, если вы же потрапили, что ж... Нет, если потрапили, ну, держите свои деньги и как бы и никому не отдавайте. А проблема-то в том, что они хотят у вас их забрать. Или что-то у вас... сделать так, чтобы вы подарили, я не знаю, расстались добровольно, понимаете? Они же вас не грабят, вы сами отдаете. Поэтому ну, это люди, которые хорошо, достаточно хорошо владеют вот этими элементами психологического воздействия, только они этим, это они используют в корыстных целях, всего лишь навсего. Их задача зараз... вас оставить без того, что у вас есть. До речі, все. Зараз стало їх більше. Дуже зараз статистика от говорить про те, що більше стало таких злодіїв. Знаєте, от ще проблема яка, що потрапляють на цей гачок нібито люди, які вже пройшли життєвий шлях, у яких є досвід, які нібито повинні були б і бачити усе. Але потрапляють. І виходить, що от знаходяться, можливо, такі ситуації, коли людина розчарована, коли вона трошки пригнічена, коли в неї настрою немає. Емоціональне состояние у неї не знаходиться в нормі, і вони таких людей вичисляють. А люди, як правило, люди нуждаються в чому? Во вниманні, в заботі, в ласці. Це перше. Во-вторых, ніхто не відміняв те, що називається даром. Понимаете? Вот это то, на что мошенники обращают внимание в первую очередь. И человек понимает умом, понимаете, вот как бы логика ему говорит, ну куда ты лезешь, ну такого не бывает. Вот вам приходит сообщение там на телефон, вы выиграли машину. Первое что? Ну конечно же хорошо. Ну почему-то все выигрывают машины. Никто не выигрывает дворец там, спорта, да? Никто не выигрывает яхту почему-то. Машину выиграют, потому что это очень просто, потому что ее легко как бы, да, где-то приспособить, даже продать. И ну, человек ведется, он умом понимает, но проблема в чем? Проблема в самом человеке. Если он не развивает так называемые когнитивные свои способности, или по-другому творчески, он должен уметь различать, где есть обман, а где есть то, что называется тяжелый труд. Вот когда машину вам предлагают, это обман, это 100%. Никто не, в этот момент не задумывается над тем, а почему именно тебе, дорогая или дорогой, именно тебе выпала такая вот удача. А скільки ж розіграшів зараз да, є? Ну, скільки, да, подивіться, скільки зараз з усіх боків. Ну, работать же не надо, понимаете? Вот тут тебе машину подарили, тут ще одну, тут ну, просто можна не работать. Ну так, от отримати цей автомобіль, треба трохи сплатити, ну, звичайно, треба ж розуміти, що знаете, автомобіль, документи, треба заплатити да, гроші за документи. Мені запомнилось, когда вот шли эти все рекламы по поводу игровых автоматов. Вот мне понравилось, как они говорят, зачем тебе работать на заводе? Приходи к нам, выигрывай у нас, понимаете? И человек думает, я выиграю точно. Вот они не умеют, а у меня интуиция, у меня чуйка, они так говорят, у меня чуйка, я выиграю точно, 100%. И, конечно, они выиграют. Они выиграют поначалу, да. Я просто с такими людьми работаю достаточно давно. Это взагалі страшно. Это страшно. Это страшно, потому что в конце концов, вот, да, им везет иногда, они хорошо выигрывают. Я же с ними на разные темы беседовал. И иногда, как правило, поначалу у них получается, потом у них плохо получается, потом они начинают проигрывать, потом снова получается. Он думает, это просто невезуха была, ну карта не легла или как там, не вышло то, что нужно. И в следующий раз точно. И вот он идет на любые способы, на любые жертвы для того, чтобы снова это сделать. Но это же таки просто азарт, я... азарт. Чи що? Ой. Это страшные вещи. Это эмоциональная зависимость. Это называется деструктивное поведение и прочее, прочее. Важно другое. Люди идут на это осознанно. Они считают, что вот в этот раз повезет 100%. Я просто видел много таких людей, которые расставались совсем, буквально. Но все, что у них было, это и у них уже не было крыши над головой. То есть они проигрывали квартиры. Они потом, как вот мне рассказывали, он пришел, говорит, с пакетиком, в котором семейный альбом, и все, и больше ничего нет. Ну и говорят, ну ты что, ты зачем тебе работать? Зачем тебе пахать где-то? Приходи к нам, заработай. Це просто жах, и добре, що ми про це зараз говоримо. Это эксплуатация темы жадности человеческой. Понимаете? А игровая зависимость, это оттуда.
Корні там. Пане Володимире, я ще хотіла не лише про це сьогодні поговорити, а ще й про емоційний стан людини. От той емоційний стан, який з самого початку починається. От якщо у людини добрий, нормальний емоційний стан, значить вона може працювати, вона може відпочивати, вона розуміє, що їй потрібно в житті. А от якщо в людини вже стає іншим емоційний стан, от то вже проблеми. Ми зможемо подивитися, от ви підготували для нас декілька фотографій, де ясно видно, який емоційний стан у кожної з цих людей. І ось тут ми якраз зможемо розібратися, що треба, а чого, можливо, не варто допускати, і де бачити, де розрізняти, де які проблеми можуть бути. Ну, от увага на екран, зараз ми вже все це побачимо. От, подивіться, перший емоційний стан. Человек доволен собой, доволен своей работой, доволен жизнью. У нее все сложилось, у нее все получилось, она любит жизнь. Она любит жизнь. Она открыта, она довольна. Но в то же время это человек, который знает, как это достается тяжело. Просто я знаю ее жизнь, судьбу. Вас знаем? Да, практически, как и многих других. Вот, Мерлин Монро, то же самое. Але ж погано закінчила Мерлін Монро. Да. На цій світлині ми можемо побачити таке щастя, нібито. Але ж, знову-таки, це люди-актори, вони могли його просто намалювати, як то кажуть, зобразити. Понимаете, вона іскренне в це вірила, а коли віра її проходила, іссякала, їй приписували антидепресанти. От в цьому проблема. Так. Хоча для основи її життя – це робота, це професія. Ну, такий трохи, знаєте, теж, знову ж таки, актори, які вміють створити будь-який образ. Чим відрізняється актер від звичайного громадянина? Тим, що він добре вміє виражати емоції. Прекрасно виражає емоції. Бачите, тут стільки відтінків, і розчарування, і грусть, і безнадіжність, і скука. Там є все. От, будь ласка, багатий чоловік. Якщо людина багата і задоволена усім, що він зробив, він розуміє... Дело в том, что эти люди знают цену того, что добывается. Раз. Во-вторых, они не тешат себя иллюзиями, надеждами, что им подарят машину, что он сорвет джекпот там и прочее, прочее. А вот здесь целый спектр эмоций. Казалось бы, да, одно лицо, но сколько оно может передавать оттенков? Ну, насправді, треба все це використовувати, і ми для того і є людьми, щоб мати усі ці емоції, але треба вчасно вміти розпізнавати, де ж яка емоція, якої емоції нам не вистачає, можливо, у нашому житті, і над чим ще потрібно попрацювати. Знаєте, я би от що точно вам сказав, нужно раз и навсегда запомнить, що сознание человека, мозг человека і тіло єдине, і любая мысль, она отражается в самом человеке. Она проявляется в мимике, в пантомимике, то есть в движениях рук, ног, головы, губ, глаз, бровей и прочее, прочее. Это все соединено. Другое дело, что люди по своей природе привыкли больше внимания уделять и тренировать мимику, потому что это как бы в первую очередь воспринимается другим человеком. А вот другие движения, они менее заметны. И люди их не так часто тренируют. А например, если нет... жесты, жесты. Да, да. А если нет понимания, то они вообще на это не обращают внимания. Допустим, самое характерное что? То, что когда вы смотрите на человека, смотрите не только на его лицо, а обращаете периферийным зрением внимание на то, как он сидит, насколько он напряжен, насколько он расслаблен, что он в это время делает. Есть такое понятие соответствия, не буду говорить там умных слов, потому что людям нужно будет их объяснять, и это трата времени. Соответствие, то есть если человек естественно себя ведет и говорит то, что совпадает, он, как правило, это называется конгруентен, он нам понятен, и мы не чувствуем интуитивно, не чувствуем обмана. Как только мы понимаем, что в словах его одно,
а тело как-то говорит другое, то есть он либо постоянно как-то ерзает, постоянно что-то перебирает и в то же время пытается говорить уверенным тоном, угу. то, скорее всего, вас обманывает. Вот почему раньше, во всяком случае, так раньше было, дикторов всегда показывали вот так. Ага, чтобы не видно было, да, чтобы они... Чтобы они руками ничего не делали, чтобы они не выдавали то, что, не диктори, как они на это реагируют. Артисти ж виходили ж теж так само. Вони виходили струнко, співали, тільки можна було там артикулювати і більше нічого. Це вже потім дозволили. Ви знаєте, ну є ж поняття хороший артист, да, хороший актер, професіонал. А є любителі или є ті, которым дали звання, а вони цього не достойні. Поэтому люди используют другие трюки для того, чтобы подчеркнуть свои эмоции. Во всяком случае, в театральном мире есть такие штампы, клише. Когда человек разгневан, что он делает? Он там может книгой об стол ударить, дверями хлопнуть, понимаете? Он выражает свои эмоции. Он сыграть не может сам, ему не верят, он не умеет этого делать, способности у него нет. А выразить надо. И вот тогда приходит на выручку такой штамп. Если я зол, я топаю ногой. Если я говорю, дверями там и прочее, прочее. Мы будем с вами говорить о том, что этому всему, конечно, нужно учиться. Це потрібно тренувати, як завжди, і все. Знаєте, найголовніше – це треба бачити. Бо одна справа – це коли ти сам вмієш, коли ти навчився. А інша справа – коли ти дивишся на тих людей, які поруч з тобою, і які можуть завдати тобі шкоди. От там треба бути дуже уважним, роздивитися, розгледіти те, що, можливо, людина в даний момент хоче дуже так ретельно від вас закрити. Ну, от я вже сказав, перше правило – нужно помнить, что мозг и тело едины. Они всегда будут гармоничны в своих проявлениях. То есть, если человек думает одно, а говорит другое, то тело вам подтвердит, что он думает в это время. То есть, если он хочет вас обмануть, он будет как-то себя вести. Будет суетиться, глаза будут бегать, будет озираться по сторонам, потому что он понимает, что он делает что-то нехорошее. Если человек говорит абсолютно спокойно, смотрит вам в глаза, но вы понимаете, что это не актер профессиональный, это обычный человек, скорее всего, есть вероятность того, что ему можно поверить. Но с другой стороны, нужно всегда проверять. Вот то, что говорят, всегда доверяя, проверяй. Никто не отменял, я думаю, не будут отменять вот это определение, потому что как бы ни было все замечательно, нужно проверить. Вы перезвоните, вы узнаете, поинтересуетесь. Я понимаю, что это время. Но если вы не хотите быть обманутым, то потратьте это зробити. Время. И вот то, о чем мы начали говорить в самом начале. Задайте себе вопрос, почему вам? Почему это? И почему сейчас? Вот это вам предлагают. Почему? Не тешьте себе иллюзии, что вы какой-то особенный, да? И вот вам выпала такая честь, судьба, вот звезды сошлись именно для вас. Вот вы такой любимый, замечательный. Вот это надо помнить. Но опять-таки, жадность никто не отменял. Но здесь нужно третье правило. Эмоции нужно убирать. Убирать эмоции. Холодный включать розум. Мозги. Да, только так. Так. Я вам дуже дякую, пане Володимире. Справді, стільки цінних, корисних порад сьогодні прозвучало. Я так сподіваюся, що ми про все це будемо пам'ятати. Будемо уважними. Бути уважним – це зараз в нашому житті, це, мабуть, найголовніше. І тоді у вас все складеться. Ну що ж, зустрінемось за декілька хвилин. Не перемикайтесь.